Что касается локализации производства, этот этап сегодня в достаточно серьезной степени проработки находится. Мы планируем, что уже в будущем году, в 2021, на нескольких площадках в Республике Беларусь будет организовано такое производство. И процесс вакцинации, который будет вестись в 2021 году, будет в том числе с использованием вакцины, изготовленной в Республике Беларусь. У нас сегодня в наибольшей степени проработки вопрос именно локализации российской вакцины «Спутник Ви». У нас в работе сейчас две площадки нашего предприятия «Руббелмедпрепараты». Они находятся в Минске, и одна, и вторая. И третья площадка – это город Витебск, предприятие «Белвитунифарм». Эти три площадки начнут работу одна за одной. Одна, я планирую, начнет работать где-то во втором квартале. Следующая по итогам третьего квартала должна заработать, и третья к концу года. Надо сказать, что фармацевтические предприятия Республики Беларусь до настоящего времени масштабного промышленного производства вакцин не имели. Это новое для нас производство, и поэтому мы благодарны нашим российским партнерам за то, что они вместе с нами вступят в эти проекты. Мы получим какой-то определенный опыт, получим технологии и в дальнейшем сможем реализовывать какие-то более масштабные проекты в этой сфере.